Всем привет, друзья танкисты! Приятного просмотра желаю! Сегодня мы открываем вот эти вот новые контейнеры, они эпические. За донат продаются легендарные, но мы будем открывать эпические. Это ученик, там что-то такое таинственное, сверхъестественное, в общем, вы поняли. Будет все четненько, поэтому я вам желаю приятного просмотра, всего наилучшего. Параллельно, чтобы вам было же интереснее, буду открывать на всех аккаунтах, на которых буду и мистики тоже, мини-мистики. Ну, а вдруг выпадет там что-то годное, да? Ладно, ребятки, погнали. Ну что ж. Чё? Вы видели шансы хоть, ребята? Да какого? Вы шансы же видели. Обалдеть, бесплатно залутал танк объект 283. Ребят, 2% шанс вероятность выпадения танка, мамочки мои. А тут взял и выбил просто 5000 продажа танка. Не, продавать я такое не буду. Ребят, это просто жесть какая-то. Ну просто, лайкосик, все, я не знаю, что нас еще ждет, но просто со второго аккаунта выбил объект 283. Да, кстати, вот и вот ТТХ, так что смотрите, кому нужно, поставьте на паузу, там все дела. Ну, в общем, ребят, это жесть, просто реально, просто опупить, насколько это мощно было. Фух, это только разогрев, ребятки. Погнали дальше. Кстати, вот и мистики, которые я скипаю, вдруг что-то выпадет. Вот мне выпала аватарка, да, эпическая. Я постараюсь, ребята, пропускать моменты, когда я покупаю новый контейнер, чтобы вам просто не ждать. Максимально полезное видео, чтобы максимально только открытие. Посмотрим, насколько нас хватит. Так, ладненько, мистик первого уровня забрали, договорились. Ну, что могу поделать, если немножко голды было, да, как-то так, аватарки плюс и такая вот возможность открыть мистики. Давайте вот так вот открывать. А вдруг нам что-то вот повезет, вдруг повезет. Смотрите, здесь есть аватарочка, да, в этом видео вначале я покажу, конечно. Дальше опять эпическая. Да ладно, ребят, вы что шутите? Шутите, шутите, шутите. Так, эпическая, да? Давайте еще разок откроем. Пишите, пожалуйста, пока комментарии, что вы думаете насчет того, какой танк для вас, вот этот объект 283, как он для вас вообще, имба, не имба, кто играл на нем, не играл. Я вот его выбил, да, я попробую поиграть. Ребят, да ладно, второго уровня мистик гарантированно, и третьего уровня мистик выбил, обалдеть. Вот это везуха. Ладно, со второго мистика у нас выпадает сертификат и золото, немножко золота. Очень даже неплохо. Что же выпадет у нас с третьего уровня мистика? И у нас выпадает... Не, ну хоть одна загадка. Я понимаю, что было бы классно, если было бы две загадки, да? Ну ладно, всякое бывает. А ну-ка. Эксельсиор пятого уровня. Ладно, мы расстраиваться не будем, ведь, сами понимаете, мне здесь выпала, ну, коллекционка 9 уровня, да? Смотрите, какие красивые камуфляжки на него есть. То есть, вообще, танк классный, очень красивый. Лично мне, когда я играл в ББ, да, я как-то аренду его выбил в контейнере какой-то, в автомате каком-то игровом там. Ну, там был какой-то ивент. И, в общем, там мне понравился танк. Я танковал очень часто, и прям вообще, я прям, ну, мастера вроде бы даже взял. Короче, мне понравилось. А здесь вот я еще не играл на нем, так что посмотрим, друзья, посмотрим. Ладно, поехали дальше. Так, мы, получается, в этом видео откроем целых 50 контейнеров, друзья. Да, 50 контейнеров вот этих вот ученика сверхъестественного. Или из... Ну, в общем, вы поняли. Так, ладненько. Так, так, так. Здесь еще один мистик есть. Так, ну что ж. А ну-ка. Проверим, что у нас выпадет. Давай, давай, давай. Три наградки. Ну, хоть бесплатно, ребят. 28к свободки залутал. Тоже хорошо. Тоже очень хорошо. Так, дальше у нас опять 25. Это ж интересно, просто как думаете, сколько я выбью танков вот этих вот объект 283 или просто каких-то ценных наград чисто из 50 контейнеров? Потому что за все видео я буду открывать 50 контейнеров вот этих вот, да? Плюс всякие мистики там, возможно, полезный дроп еще будет на аккаунтах. Посмотрим, друзья, посмотрим. Так, ну пока что открываем. Я, кстати, желаю вам лучшего денька, лучшего настроения. Надеюсь, у вас что-то хорошее есть в жизни. Потому что если все плохо совсем, ну это как-то, да, это плохо, ребят, я вас очень понимаю. У меня тоже были времена, когда было все плохо. Но слава богу, все хорошо, все замечательно. Самое главное, ребят, не унывайте. Потому что там, где уныние, ну там вообще прям ступеньки вниз и все. Ну как-то нехорошо вообще. А я вам желаю лучшего настроения, удачных боев. Да, я в танчике хоть там уже не играю, потому что, ну прям, ну я не знаю, ребят, я уже прям настолько долго играю, что просто, ну не хочется вообще никак. Так что, в любом случае, пишите комменты, у вас есть ли такое же, по крайней мере, ну что-то вот прям, ну вообще.
О, ребят, смотрите, аватарку выбил, прикольную, новую. Как думаете, за золото обменивается или за осколочки? Ах, за осколочки, ребята, как так-то? Ну, ничего страшного, один бой, да? Но я надеюсь, что мы еще выбьем там все награды, которые могут выпасть вообще. Самое главное, танк 2% мы выбили. О, 4 наградки. Ребят, камуфляж, да ладно, смотрите, какой красивый танк. Это что-то круто, ой, ребятки. Я тоже хочу себе такой танчик и легендарный камо на него на основу. Да, круто было бы. Хотя я все равно не играю. Не, ну в режимчиках можно там пару кадок скатать, скажите. Там возрождение, все дела. Тем более сейчас возрождение идет, это очень круто. Так что, ребята, вот как-то так-то. Ладно, посмотрим, что у нас выпадет дальше. Кстати, пишите комментарии, выпал ли вам танк вообще, и, ну, все-таки бесплатно, и донатили ли вы вообще на такие контейнеры. Я вот реально, я просто, когда выбил его, я настолько удивился, я просто думаю, ну все, это вообще здорово. Потому что танк сразу. Тем более я на нем играл, ну, традиционно я уже не буду на это смотреть, я уже продавать его точно не буду, потому что это новиночка. Кстати, возможно, друзья, пишите комментарии, если вы действительно люто хотите узнать, как взорвать ему боеукладку. Конечно же, я могу сделать короткое видео, запихну его в новый плейлист, который еще пока не будет обновляться, потому что я еще 7 уровень только снимаю. Но все же, 9-ку вот эту можно тоже запихнуть и показать вам, как ему взорвать боеукладку. Я могу там общупать все места, куда взрывается, все дела. Это все зависит от вас. Если вы действительно будете знать, ну, желаете этого, да? Потому что вы моя целевая аудитория, и я хочу, чтобы вы, ну, как-то активничали, чисто так, на вопросы, на всякие, в общем, взаимодействовали со мной. Потому что, друзья, если такого не будет, то я даже не могу знать, что вам нравится, что не нравится. Так что давайте, пишите, пожалуйста, комментарии, свои мнения насчет танка, насчет идей, насчет всего, что вот именно вам прям по душе, прям люто бы хотели бы смотреть, играть и так далее. Потому что так я буду лучше хоть знать, что для вас наиболее прям лучше приготовить такое видео. Понятно, что я стараюсь делать из актуального контента, это постоянная основа, да, всех видосов, но все же есть моменты, когда я вот, например, сейчас вот просто не спеша, не торопясь вообще, чисто занимаюсь проект такой у меня, так сказать, про баги, опять-таки, про баги, я хочу показать вам и новые баги, и там, где нужно взаимодействовать с двумя игроками. В общем, баги в Tenax Blitz, вот Blitz, уже побольше, наверное, и, наверное, подольше, чем 25 минут будет идти ролик. Но зато хочу вообще не спеша, оригинально, чтобы прям, ну, короче, он набрал там вообще больше 100 тысяч просмотров, точно. Ну, надеюсь, в общем, мы до этого доживем, ребят, так что не будем загадывать ни наперед. Так что просто прожмите лайкосик, напишите коммент. Кстати, мы уже полезный дроп тоже будем открывать. Так что посмотрим, что у нас выйдет, в общем. Так, ладненько. Интересно, ребят, знаете что? Вот пишите комментарии, вот... Ну, ладно, хватит уже писать комментарии. Да, если хотите, напишите об этом, но... В общем, мой к вам вопрос. Какая была ваша реакция, самая-самая-самая первая, когда вот вам в жизни... Или, ладно, в танках вот повезло, да? Вот Блиц или Тенкс Блиц. В общем, вы вот, например, только начали играть, а может не только начали играть, и вот вы открываете контейнеры, ребят. Вот любые контейнеры, и что вам было такое, что прям вы люто радовались, бегали, я не знаю, по дому, может там кричали от радости. Такие, да! Ну, в общем, вы поняли. Я помню, у меня, когда выпало 100 тысяч золота, я был такой радостный, ребят. Вам этого не передать. О! Еще одна аватарочка. Я думал, танк. Жестко. Ну, в общем, да. Так вот, друзья, скажите, пожалуйста, в комментариях, опишите свое действие, как вы реагировали на самое первое и самое фартовое свое вот выпадение в танчиках. Или просто, когда вы играли, может у вас какой-то баг случился, вас не могли пробивать, или вы, в общем, взяли Колобанова и, в общем, какое-либо достижение. О, ребят, анимированная аватарка, прикол. А ну-ка, она за золото или за осколочки? Секундочку. А, за осколки, сочувствую. Вот, ребят, просто, когда вы играли, там, моменты самые лучшие, вот какая была ваша реакция и как вы вообще к этому относились? Тоже напишите комментарии, потому что не стесняйтесь писать несколько комментариев, друзья. Если у меня много вопросов, просто можете, ну, например, на паузу поставили, записали, написали комментарии. Потом дальше, если есть еще один вопрос, еще на паузу поставили, написали комментарии. Это тоже будет очень круто, ребят. Так что буду очень рад, если вы поможете поддержать мой контент.
Мы идем к цели 50 тысяч подписчиков. У нас уже 46 тысяч 500 с плюсом подписчиков. Я надеюсь, мы к ней подойдем скоро. И будет все четненько. Я понимаю, друзья, что как бы другие делают розыгрыши, да, все дела. Но мой канал основан не на розыгрышах. Я просто желаю вам подарить настроение при просмотре, чтобы все правильно делать. Понятно, что мои видосики далеко не идеальны. Я вообще речь импровизирую, все прямо в эфире, да. Но хочу сказать вам то, что я над собой работаю, короче. Я вот последнее время, вот я вообще, последнее видео, например, у меня там была новая обложка, я хоть ее пока убрал, но я буду работать именно, работать над обложками, то есть какую-нибудь профессиональную, такую красивую обложку, что прям загляденье, прям вот люди кликали, и реально. Потом мне нужно работать вот на как это сказать, интро. Интро не то, что длится там 15 секунд, просто вот ник, позитив, там, кис, не. Я имею в виду то, что вообще, сейчас скажу, друзья, что я хотел сказать. Я имею в виду то, что можно, в общем, показать там в 15-20 секундах, там, почему ролик стоит посмотреть, что в нем будет, там моменты всякие эпичные, самые-самые крутые, что-то типа того. В общем, что-то наподобие того, что вот вы видели в самом начале. Так что, да, пишите комментарии, вот вы, по-любому, люди, да, слава богу за вас. И вы что, много смотрите видосиков всяких, скорее всего, вы же, если в Ютубе сидите, то по-любому вы смотрите там ютуберов разных, по танчикам и так далее, по интересующим вас темам. Так вот, вы вот на своем опыте можете сказать, вот, что вам действительно нравится, вот, например, когда вы начинаете смотреть видео, что вот вас затягивает туда, чтобы вот посмотреть его до конца. Ну, я не знаю, можете дать мне пару советов, друзья, потому что можем вместе улучшаться. То есть вы можете мне советовать, как улучшиться вместе. Я понимаю, что я много информации тоже и смотрел сам, и сам как бы стараюсь улучшаться в этом. Но когда мы вместе, мне кажется, вместе мы дальше дойдем. А вот когда поодиночке, что-то вот далеко, наверное, не дойдешь. Потому что мотивация потом пропадает, и такой понимаешь, что что-то вот неохота, да. Но этот видосик я сейчас вот записываю, я понимаю, что было у меня такое сегодня денек такой трудноватый, да? Я такой думаю, ну что-то вообще не хочется мне ни видосика, ничего. А потом, в общем, что-то там позанимался чем-то таким, не знаю даже чем. Компотика вон, виноградом попил. И все, и хорошо стало, я не знаю что. В общем, друзья, слава богу за то, что, я думаю, не надо сидеть просто так. О, коллекционочка. Думаю, все, надо снимать, надо вас радовать, чтобы у вас было лучше настроение. Просто, чтобы, например, кто там, я не знаю, куда идет, но желаю, чтобы у вас на работе, либо в школе, либо где-либо кто... Ребят, смотрите, обалдеть, я выбил легендарный фон профиля. Жесть, красиво, скажите. Так, во внешнем виде фон профиля уже нету. Короче, мне очень понравился фон профиля, да, очень прикольно. Так что, друзья, вот так вот. Что-то там выбил, даже не показала. Короче, я хочу вам сказать, что все будет хорошо, мы только продвигаемся. Я понимаю, что у многих, опять-таки, розыгрыши есть, всякие дела, но мой контент основан, ребят, мой канал на том, чтобы поднимать вам настроение, а не для того, чтобы вот там розыгрыши кучу делать, да. Да, если появится какой-нибудь человек, который вот захочет поддержать, прям вот спонсирует, розыгрыш какой-то сделаем вместе, да, пожалуйста, ребят. Это все будет, конечно же, как и было несколько раз. Как кто помнит, да? Все остались довольными, все получили денежку или наборчики в игре, или и так далее. В общем, что еще хочу сказать? То, что... Короче, ребят, смотрим. Так, ладненько. Я еще доскажу, что хотел сказать. Так, иксы выпадают, иксы... О, аватарки вот часто выпадают вообще. Можно их обменивать на целых 3 контейнера, одну эпическую. Опять аватарочка. То есть сейчас штук 6 мы опять купили. Так, ладно, опять аватарка, ребят. Ну как это назвать, просто аватарка? Так, ну все, давайте еще купим 3 штуки. Так, опять аватарка. Опять аватарка, ребятки. Жесть, еще 6 штук. А, интересно, так можно вообще бесконечно мистики открывать опять аватарка? Да как так-то? Жесть, понимаю. Да, друзья. Я понимаю, что некоторые из вас, наверное, думают, что, типа, а что ты нам мистики показываете, они невыгодные, все дела. Но честно сказать, друзья, мне нравится вот видеть возможности. Если есть какие-то шансы выбить что-то нереально лютое, я вот ими лучше воспользуюсь, чем их вообще не будет.
Так что, ребятки, и полезный дроп тоже контейнеры классно. Если правильно их открывать, то можно очень хорошо надропиться. То есть не ленитесь, пожалуйста, забирайте на свои аккаунты контейнеры, потому что некоторые пишут комментарии, я вот читаю тоже, я на каждый комментарий, кстати, отвечаю, так что пишите, я отвечу. И, в общем, пишут такое, знаете, типа, ну, это полная ерунда, ГГ, своими словами ужасными, из-за чего я точно удалю эти комментарии. И, в общем, прикол в том, что они думают, что вот, типа, не ведите где-то развод, все дела. Это же полезный дроп, ну вообще, ну того не стоит. Ну, ребят, ну что не стоит? Ну, просто посмотрите на себя со стороны. Вот как оно не стоит, именно тех, кто говорит это? Вот как не стоит, если действительно можно спокойно, вот просто бесплатно, вот просто взять и забрать? Ну, это, конечно же, лучше, чем просто лежать на диванчике такой, да, я даже не могу себе стакан воды налить. Ребят, хочу вам сказать то, одну такую вещь хорошую. Лень – это ваш противник, лютый противник в жизни. Если вы его не победите, то останетесь ни с чем в итоге. Потому что вот так вот. Даже в Библии сказано, знаете, как Бог нас учит? В притчах там есть такие места очень полезные, назидающие. Что вот бедность твоя придет, как прохожий. Когда ты просто будешь ленивым. То есть подремлешь, поспишь, и не захочешь, ничего не получится, друзья. Нужно просто перебороть это все. Советую вам это и желаю тоже, чтобы у вас все получилось, потому что это важно. Так, ну мы один раз выбили, конечно, танк, это уже очень здорово, как бы цель видео я уже выполнил, но вдруг еще выбью танчик, кто его знает. Но то, что реально 2% и танк, это классно. Давайте я вам расскажу одну историю, как я выбил один танк. В общем, когда-то были трансляции, и там давали ключи, да? За ключи можно было выбить там Progetto 46 танк, еще всякие танчики. А вроде бы только Progetto 46. И прикол в том весь было, что я взял, короче, ребят, утром проснулся, а в пропуске, сам пропуск, кто помнит, друзья, вот Blitz на Евросервере, сам такой пропуск был, где был первый ключ, вроде бы в первом или в 10 уровне пропуска. И когда я его забрал, друзья, я вам говорю, шанс выпадения Progetto 46 1%. Я открываю, значит, тут раз сенсора с телефончика. И такой скидыш. И как выпала прога. Я такой, чего? Я такой был радостный. Я вам говорю, ребята, это просто не передать. Да, друзья, вот так вот. Жесть, как круто. Кстати, кто досмотрел видео до конца, я для вас подготовил эту загадочку интересную. В общем, этот танк 8 уровня. Его пробить нетрудно на хорошо пробиваемом орудии. Однако он гоняет среднее. Он пробивает вроде бы нормально. Но есть такая штуковина, что он может не попадать из-за своего разброса немного. Иногда. И еще такая особенность одна. У него есть легендарный камуфляж. Да, это прям танк 8 уровня, уговорили. Вот просто попробуйте отгадать по этому. А я вам желаю счастья, здоровья, лучшего настроения. Спасибо за просмотр и всего наилучшего.